Капитальный ремонт школы номер 3 активными темпами ведет строительная компания МТМ-РМ. Облик школы изменится кардинально. Здесь в замене нуждаются система отопления, водопроводные сети, электропроводка. Работы начались в этом году. В феврале этого года заключили контракт по капитальному ремонту школы номер 3. Вот, в начале марта приступили к работам. Объект социальный, большое имеет значение для Республики Мордовия. В основном у нас выполняются работы по замене 100% инженерных сетей, по кровельным работам, то есть меняем полностью крышу, и, соответственно, внутренняя отделка. На сегодняшний день уже перестелили пол, установили окна и двери, подоконники, оконные откосы, заменили лестничные марши. Почти закончены работы по обновлению электрических сетей. Специалисты ведут укладку линолеума, обшивку стен и устройство потолков. Основные работы по капитальному ремонту выполнены. Вот. Идет подготовка к окраске, установка светильников, вот. И по монтажу кровли. Объект по контракту у нас до 15 августа, сдача объекта, вот. Но выполним все работы к концу июля. Специалисты компании МТМ-РМ работают на совесть. Вокруг строительные материалы, но основные работы почти закончены. Подрядчик отмечает, здание будет теплым, с хорошей шумоизоляцией и современными системами пожаротушения. Хотелось бы, конечно, выразить благодарность Республике Мордовия в том, что строительная отрасль у нас в республике развивается. Мы, с своей стороны, как строительная организация, постараемся оправдать предоставленное нам и доверие, и выполнить этот объект в срок. Несмотря на впечатляющий темп, качество работ также на высоком уровне, как и должно быть у мастеров своего дела. Главная задача национальных проектов и народной программы – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Валентина Брестова, Владимир Надькин, «Народные новости».